Ну, привет. Это у нас пятый лот официального аукциона и список слитый. Вот, экспресс сам официально подтвердился. Да, все пасхалки были разгаданы. И что-то как-то разочарование какое-то настигает меня. И не знаю, как вас, но ожидания были совершенно другие от этого официального аукциона в целом. Я буду записывать отдельное видео по-любому, где по полочкам раскидаю, где ВГ неправы и почему они неправы и как надо было сделать. О, я в чате переписываюсь. Написал, я вот когда писал это, так и знал, что бой будет хороший. Просто написал заклинание в начале, все, бой будет дальше успешный. В общем, да, буду отдельное видео записывать по поводу того, почему... И как, и зачем, и что такое вообще надо было делать с официальным аукционом. А сейчас немножко, наверное, поговорим про Type-A 59 Gold. Что это за машинка, и почему, опять-таки, от нее уже немногие в восторге. Я хотел бы еще сказать, кстати, что по Type-A 59 обычному я записал гайд специально. Там меня попросили телеграм-канал Code4Game. Да, можете там по ссылочке в описании заценить, там именно гайд по обычному Type-A 59, пару хороших боев, я рассказываю там и про оборудку и так далее. Вот, если вам нужен гайд, как играть на Type-A 59, можете по ссылке в описании заценить. А в этом видео я поговорю именно про голдовую версию и почему она сейчас уже не такая желанная и крутая. Дело в том, что, ну, данный танчик появляется уже третий раз, да, два черных рынка было, там, по-моему, 5000 лотов, продавались они за 25 тысяч золота, скорее всего, в этот раз тоже будет за оверпрайс уходить, все-таки все равно их еще достаточно маленькое количество, достаточно многие не купили, и, ну, я, конечно, сказал, что он не такой желанный, но по факту есть очень много людей, которые его бы, наверное, хотели, но дело в том, что какой бы это ни был эксклюзив, он уже свою эксклюзивность постепенно теряет с каждым черным рынком. Их все больше, больше, больше и больше. И вот такое вот звание легенды, действительно легенды танковой, что мы там еще в 2015 узнали, что оказывается на китайском регионе есть Type 59, который весь золотой, который фармит, охренеть, сколько у нас он фармит обычно. Да, там какой-то повышенный фарм был, по-моему. И мы такие, вау, класс, мы хотим такой танк, почему у нас нет, почему в Китае есть, а у нас нет. А потом нам его ввели, сделали на черный рынок, и первый раз это был реально вау-эффект, это круто. У него даже выделяется иконка, она такая золотая, то есть там у ПТ-шек синяя, у остальных там серая, у арты коричневая, а у Type 59 такая желтоватая какая-то. То есть даже иконка уникальная, и танк идеально, ну, типа... Круто блестит, да, классно вообще. Вот, и когда первый раз сводилось, это все равно, даже с учетом того, что он полностью, как обычный тайп, фармит столько же, играется так же, ТТХ все те же, только цветом отличается и, соответственно, привлекает к себе более повышенное внимание, его чаще фокусят, чем обычный тайп, то есть играть на нем чуть сложнее. Вот. То есть по всем характеристикам это обычный тайп, и даже несмотря на это, первый раз был вау-эффект. Второй раз... Ну, такое, типа, да, докупили те, кто не докупил в первый раз, в принципе, все такие, ну, Type 59 мы уже видели, его уже продавали, наверное, еще раз продадут, я в том числе, по-моему, на первый, ну, первый раз его не купил, я его покупал во второй раз, я этому был рад, в принципе, да, то, что, ну, мне нужен был этот эксклюзив, скажем так, для контента, хотя контент особо с тайпом 59-м голдовым-то и не делался, да, потому что, ну чё, по сути, обычный тайп. Вот, я был рад, но теперь уже третий раз он продается. Ну сколько раз в ВГ надо продать танчик, чтобы он полностью потерял актуальность? Я не знаю, пишите в комментарии, но мне кажется, третий раз это уже вот, ну, наверное, последний, да, потому что если они будут там четвертый или пятый раз продавать, ну, все водители Type 59, которые покупали там за 20, за 25 тысяч, а когда он будет продаваться четвертый, пятый раз, таких ценников уже не будет, естественно, потому что все, кто хотели, купят.
Вот, водители тайпов 59-х, голдовых этих, скажут, вы что, офигели? Я зачем его покупал за оверпрайс? Я как бы эксклюзивчик хотел, который у очень маленького количества людей, а вы все это количество людей увеличиваете, увеличиваете, увеличиваете и увеличиваете. Вот как-то так. А, ну, конечно... Конечно, с этим черным рынком. И вот я говорю, я хочу записывать отдельное видео, ну, не черный рынок, вернее, а официальный аукцион. Я хочу записывать отдельное видео, но все равно как-то не могу эту тему стороной обойти, что вот сделали такую фигню, да, ввели нам просто все китайские подделки, которые вводились для китайского сервера эксклюзивно, типа Кулина 113 и Тайпа 59 Gold. Там им в свое время их наделали, и ВГ такие, а зачем нам что-то делать, если вот, ну смотри, ты можешь что-то делать и это продать, а можешь перепродать что-то уже готовое за те же деньги, за тот же оверпрайс, и ВГ такие, стонкс, кажется, можно ничего не делать и продавать то, что мы уже сделали 5 лет назад. И все такие, да-да, премию этому человеку, кто так придумал, премию ему, срочно премию. Вот, и ВГ решили, почему бы не сделать такой аукциончик, где продадим просто все китайское. Черный рынок, насколько я понимаю, не будет. Если действительно черного рынка не будет, то это, конечно, очередной провал от ВГ, потому что, ну, как бы, один лот за свободку, всего один. Остальные лоты за голду и ничего за серебро. А куда народ будет это серебро сливать? Вы же ВГ любите вымывать серебро, да? Народ копит, вы такие, а, давайте введем черный рынок, давайте вот введем какие-нибудь ранговые бои, давайте введем битву блогеров, где игроки будут сливать серебро. Но где сливать-то серебро? Копится Wargaming, делайте с этим что-то, копится серебро, девать некуда, карманы жмет. Вот такие какие-то пироги, да, получаются. Вот такие пироги получаются у нас с этим официальным аукционом. Блин, я не могу, мне прям хочется его развалить, этот аукцион. Просто хочется поговорить по душам с тем человеком, который в ВГ принимал решение, который говорит... Может, там какое-то коллегиальное было совещание, и мы такие, так, ну, может, что-нибудь новенькое сделаем? Ну, он говорит, у нас же есть АМБТ. Ну да, но это только один танк за голду, может быть, что-нибудь еще, да, может, что-нибудь новенькое, может, побольше лотов, а то всего лишь 5 штук, как-то мало. Он говорит, нет, фигня, все фигня, давай у нас будет один нормальный танк, это АМБТ, и давай у нас будет там 28.5 эксклюзивчик, да, давно все хотели, давно он в игре, надо куда-то его применить, и три танка вот такие, там два не эксклюзива и один плохой, два те, которые уже продавались, и один просто плохой, еще сделаем ограничение на него 7500 штук, чтобы прям народ побольше платил. Стонкс. Гениально, премию, еще одному человеку премию, еще одному человеку премию, или мы ему уже давали. Тогда две премии ему этому человеку, потому что, ну, это слишком гениально, это слишком умно, слишком хитро. Вот, только проблема в том, что все игроки разочарованы, да, есть небольшая горстка людей, которые довольны. Которые такие, я хотел тайпа 59-го голдового, я его купил. Я хотел вазика Кулина, в прошлый раз не получилось, я сейчас купил. Да, они, может быть, довольны. Но это настолько небольшая горстка, да. Большинство из тех, кто купили, такие, ну, купил, потому что, а что еще покупать? Ну, потратил и потратил, да. Такие, ну, как бы не особо довольны, не особо желанны это все эти танки. Вот, как-то так. Как-то так, да, у нас по бою прикольно происходит, там Бурасик очень странно играет, кстати, смотрите, так, сори, это у меня ВК, смотрите, прикольный момент, я не стреляю в Скорпа, пока он не отстреляется, потому что он меня не заметил, и я как раз-таки стоял, ждал, пока он выстрелит в кого-то другого, чтобы, ну, чтобы он на меня не пересвелся, не дал мне лишний урон, прикольный момент, так, стоп, я зачем-то вышел из этого. Вот, бой приходится тащить, что-то мы сливаем, там Бурасик у них очень интересно катался,
Сначала переконтролил меня в центре, я думал, у меня там какие-то большие проблемы, но... Что-то по альфе не очень хорошо, да, 307-296, и из-за этого он мне теперь не на 2 подкалибера, да, и я еще подкалибером ему дал 220, и из-за этого, естественно, я получаю урон. Да, и снова альфа 201, то есть у меня просто 4 раза не прошла в Скорпиона альфа, хотя я мог спокойно его забирать с двух фугасов и с двух ББшек, но что-то как-то не пошло. Вот, и теперь я ваншотный для Бурасика, теперь сложно будет его как-то переигрывать. Конечно, он в центре из кустов все пересветит и будет больно, но тем временем 5000 настрелял, сам по себе Type 59 хорошая машинка, да, я говорю, вот по ссылке в описании в телеграм-канале Code4Game я сделал гайд и более подробно рассказал про Type-а. Машина сейчас очень интересная, годная, льготная, очень хорошая, всем брать, вот, то есть танчик нагибает. Да, но тайпа 59-го голдового берут не из-за этого. То есть хочешь нагибать, ну возьми обычного, да, ты будешь кататься и, ну как бы не будешь к себе такое внимание привлекать. Голдового берут, чтобы аки-цыган, аки, не знаю, фараон какой-то, золотом обмазаться и радостным быть. Чтобы просто Bloody Blow уважал тебя. Вот если у тебя нету золотого тайпа 59-го, то Бладька уважать тебя не будет. Ну как это? Как это без золотого тайпа 59-го вообще? Ну, смеешься, что ли? Как так? Возвращаемся на центр. Бурасик что-то снова опять зачем-то в город поехал. То есть Бурасику вообще нельзя было центр отпускать. Он мог просто никого не подпустить. Ни хомяка, ни меня, ни суперхелкета. Он должен был здесь разваливать. А он поехал в город, еще и там умудрился сдохнуть. И поэтому я такой, ну все, теперь как бы бой изи-бризи, доиграем. Тут остался 257 слепой какой-то. Осталась Як-Пантерка. Надо как можно больше успеть накидать. Насколько я понял, да, Як-Пантера уехала совсем. Вот я еще думаю, может быть, она где-то здесь встала. Но вроде как нету, да, Супер Хеллкэт не светится. И есть вариант, либо он стоит на С1 там за домиком в кустиках, либо он уехал куда-то там на А4, А5, может быть, А6, А7, куда-то туда. Поэтому я пока что стою, жду. Арта, кстати, оттуда откуда-то, по-моему, стреляла в предыдущий раз. И вот я пока туда целю. Внезапно обнаружил объекта 257. На всякий случай отъехал подальше, чтобы точно не засветиться. Даю урон и, скорее всего, понимаю, что, ну, навряд ли его заберу. И даже особо не обращаю внимания. Вот, С-51 как раз его забирает. И надо где-то как-то настрелять успеть по Як-Пантере, по М-40-43. Вот, пока я это еду, добиваю. Пишите еще раз в комментарии, вот когда уже финал, да, когда уже все понятно, когда финал аукциона, как вам этот аукцион, какие ваши были ожидания, оправдались они, нет, что бы хотелось больше, не знаю, что на ваш взгляд надо было сделать в ЭГ, с удовольствием почитаю, давай смотреть результаты боя и заканчивать. По результатам это у нас мастер, Лехвислайха, поддержка, основной калибр, 6100 урона, 5 фрагов. А вообще по тайпу 59 много контента, потому что у меня лежит бой Толика, уже месяц лежит, я все никак не запишу. Бой Толика на 9000 урона на тайпе 59, там что-то 2300 он чистого опыта сделал, у меня поскромнее 1885. Тем не менее, тайп 59 опыт фармит просто бешено как-то, да, 150 тысяч пофармил, что-то очень много на кредиты потратил. 35-30-26, даже что-то потанковал. Ну, в общем, неплохо поиграл. А Wargaming неплохо пофармили голды на говна этих, как их там, лотах. Угу. Все. На этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрел. Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забывайте. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго, пока-пока.